Пойдем посмотрим, как... Как поживают товарищи питбули. Здрасте. Уже рычали друг на друга. Вот так. Ух. Приучаю ее к себе. Подхожу, глажу, она все. То убегает, то уже заигрывает. Но уже привыкает. Хвостик так. Все, сейчас играться начну. Тигренок, тигренок. Смотрите на нее. Вообще, вот это хорошее место для выгула котяр, да? В принципе. Смешная была. Здрасте. Здрасте. Снежка уже большая, красавица. Хотя они сейчас играть будут. Кошачий контент, да? Попробуем позвать. Попробуем. Тигренок такой. Ты такая девочка, кися. Кися, не кися. Опа. Тут даже птички где-то летают. Только выключил, они со Снежкой газуют. Слушайте, ребят, здесь надо убраться, и нормально здесь будет. Всех прогнула. В себя поверила. Столкновение. Какие, такие кадры. Красивая. Так вот, знаете, ненавязчиво погладим, отойдем в сторону, чтобы она привыкала. Как назвать эту красавицу? Как назвать эту красавицу? Ремонтируем велосипед. Снежка любит мотоцикл, ремонтировать велики. Опа-на. О, о. Ой. Иди, я тебе помогу. Чуть-чуть неправильно. Да ты моя маленькая, где ты моя? Где ты моя клясёвая? Ну подожди, я же тебе помочь хочу. А мы здесь, да? Ух ты! Умненькая тоже девочка. Вайн. Так, ладно, мы завтра с Ким едем к врачу. Сегодня надо перегородки сделать. Ну, мы завтра к 18 часам едем, так что можно хоть и завтра сделать. Ну, главное, никуда не уезжать, пока не будет все готово. Снежка такое.
ярко. Так, ребят, посмотрим на реакцию. Киара уже оттекла, по идее. Видите, не лезет. Но еще не буду отпускать их без присмотра. Это так, проверка резкая. Просто кошаки хотели выйти на улицу сильно. Ну ладно, на волке гуляли. Хочу посмотреть реакцию просто. Уже все, уже оттекла. Слава тебе, Господи. Но еще дня три точно. А по-хорошему еще неделю нельзя вместе их отпускать, молодцы. Так, я сейчас пойду к листогонке, куплю кошака. Еще сейчас лунка оттечет, уже поспокойнее будет. И сейчас фанеры буду крепить между ними. Перегородку. И как раз им теплее будет, меньше будет западного ветра идти. А то у нас оттуда ветра сильные. А я выхожу сейчас, смотрю. А Яврик лежит в будке, в соломе, кайфует. Ой, смотрите, как им это нравится, будки. Когда солома, да? Кайфует. Киарка, иди сюда, Киар. Иди. А Яврик, давай, Валер, а Яврик. Иди, Валер. Ой, представляю, как Киар, малыш. Как Киара будет рада, когда тот Валер. А давайте попробуем ее показать Валерчике Спайка. Как она будку заценит, нет? Спайкушку отпустим. Все, Киар, классно, да, здесь? Уютненько, да? Нет, нет, Оста. Киара, Киара, Киар, Киар, Киар. Иди сюда. Иди, иди, иди к себе. Все классно? Нет, базара нет, тут классно. Скоро, скоро. Вообще опасно вот так отпускать. Вроде оттекла, но может дать. Были случаи такие, поэтому оттекла еще 5 дней точно. Нельзя. Что, уже потерпим? Потом полгода перерыв будет. Так. Ну так, пока я рядом, пусть бегает. А когда тебя нету, и то. Глаз да глаз. Вот так вот один лист поставил. Но это так, временно. Сейчас буду укреплять все. Киарка ищет. Нет. Киара всех проверяет. Давно не виделась ни с кем. Так, сейчас. Прям котенок тоже мелкий гуляет. Так, а там лежит грызы. Сейчас, ну все под присмотром. Так, тихо здесь, кусок. Так, котенок вон. Ну, это я так быстренько сейчас засуну. Все, 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 тихо. Засну.
Нет. Вы видели прикол? Никто на нее не прыгал, и она никому не собиралась давать, а граф ее как быстро раскрутил. Ай, Калбу, видели? Так что вот она может оттекла, а кому-то даст. Так что еще надо ждать. Так, ребята, я тут смотрю, прикидываю, вот второй лист поставил. Сейчас еще два листа закажу, с двух сторон их так зажмем. И верха еще сантиметров, ну сколько-то сделаем. И все, и между ними вон те дырки тоже надо закрыть. И все, какой я дурак, что я раньше этого не сделал, а? В этой ситуации больше всего жалко губы и клыки. Губы оторванные куски и клыки, которые не вернуть. А там порезы, укусы, это не так страшно. Багирку жалко, всех жалко, что лишний раз дал повод развиться нехорошей ситуации, которая останется у них в памяти. Так, ну что, сейчас лист берем, сейчас померим, какие болты-молты. И в принципе все, тишина, спокойствие, и ветра так не будет. Кстати, и сюда надо лист взять. И все. Ветруганы у нас. Граф, нет. Иди, граф, иди. Нельзя, пиары, выходи. Молодцы, Так, все. Все так, оказывается, легко и быстро можно сделать, блин. Ну, сейчас пойду возьму. Тут двор убирал, пока не гуляю. Так, все, мы поехали. Малая играет с мышкой. Ну, играю. Будешь покайдить? Будешь покайдить? Где моя сегодняшка? Моя сегодняшка. А, вон ее мышка. Классно? Кисянина. Красавица. Видите, как хвостом она виляет? Проник. Я когда увидел первый раз лесного кота, я подумал, хвост что-то, травма была хвоста, что короткая. Оказывается, у них такие есть. Такие есть котятки, Настя. Настя, котятки, Настя. Да? Прелесть такая. Лапки черные снизу. Дверь мешается. Ух. Класс, снятая камера. Хорошо увидит. Ну давай, мозги включай. Так, ладно, ребят, я поеду.
Малая подкатывает к Снежке, трется об нее. Найди он к Снежке. Ой, колоды. Пацаны рады мне. Ну-ка, тоже. Сейчас. Я в эту будку тоже иду, сейчас поставим. И в эту будку тоже салон. Вот. Все. Молодцы. Нет, а я врегу. А я врегу. Мать, ну что вы ссыть? Так, и сюда. Солому сюда тоже воткнули. Все, если что, теплое будет. Вот так вот резал мясо, называется, срезал себе. Сейчас приехали листы для перегородок с утра. Доброе утро всем. Дуся, это что за движение? Ты замерла? Ты замерла? Это вообще клоун наш. Циркач. Так. Ну все, листы пришли, восьмерку толщину взял. Пусть только попробуют погрызть. А эти играются. Мои циркачи. Ребят, сейчас граф сходил в туалет. Види, какая куча. Я охренел, оказывается, это палка вместе с какахой. Я охренел, думаю, как он столько сделал. Багира мстит, пока я рядом. Держит на него зуб точит. Так, надеюсь, они не подерутся пока. Надо энергию сливать, чтобы они вот так в игре, не дай бог, не задрались. Нос кавалер. Так, ребят, в общем, берем кошакам покушать и блестим. Смотри. Так, все, я понял. Ты смущи, да. Ой, Спайк счастливый такой, молодец, красавчик. Молодец. Так, листогонки дал этим, они сели. Вот малая сейчас, надеюсь, съест. Вроде ест. Так, сейчас, сейчас, подождите. Так, вы тоже провожаете нас, молодцы. Ну, это кадр, просто кадр. Смотрите сюда.